Сегодня утром минчане могли видеть скопление автомобилей экстренных служб на площади Победы. Переполох в центре столицы вызвало сообщение о задымлении в подземке. Очевидцы вызвали спасателей. На место прибыли несколько экипажей МЧС и машин скорой помощи. Специалисты осмотрели станцию метро. Оказалось, задымление было вызвано оплавившейся изоляцией кондиционера в техническом помещении. Дальнейшего сгорания не произошло, никто не пострадал, эвакуация не потребовалась. Метро работает в штатном режиме.